Институт биологических проблем Севера отметил свой юбилей. На протяжении 50 лет ученые изучают популяции, сообщества и экосистемы нашего края. Специалисты проводят исследования по 9 плановым темам. Они анализируют жизнь бактерий, паразитов, рыб и млекопитающих. Здесь интересна работа, здесь интересны объекты для исследований. Здесь, несмотря на скудность научного оборудования, но и массу проблем всяких, посмотрите, что делается на улице, но они едут сюда с желанием работать, с желанием реализовать себя. Вот я чрезвычайно доволен тем, что я увидел в институте. Трудятся в институте порядка 120 человек, среди которых 9 докторов, 44 кандидата наук и 66 научных сотрудников. За последние несколько лет специалисты исследовали наземных млекопитающих, популяционно-генетическое разнообразие растений, молекулярно-генетическую изменчивость рыб и многое другое. С самого основания до сегодняшних дней наша работа посвящена арктическим и субарктическим флорам и фаунам, адаптациям северных организмов, сохранению хрупкой природы Севера. Мэр Магадана Юрий Гришан поздравил коллектив института с юбилеем. Он подчеркнул, что вклад организации в развитие города очень большой и нужно продолжать совместную работу. Поэтому площадка для нашей совместной работы огромная. Я еще раз вас всех поздравляю. Юрий Гришан вручил собравшимся грамоты и подарки.